Чеші түрлі тестілер үрметлі осылар бұзым сағылығымызға да бөлі бір файда кетіре білелер. Сіз есе өзіңіздің рухи дүнияңыздың яңыдан көрежексіңіз. Чүнке бұл әрдайым файдалыдыр. Ама біз бүгін біраз башқа бір мезуға дихат айра жақмыз. Умым Русия хоккей күні бүгін қайды тілеве. Шу сөзден енді сізге айтқанымыз кібі студиямызда мұсафырны қаршылаймыз. Әбет, достар, спорт ақында субетімізні сақын қачырманыз, құсусан хоккей ақында бұзым субетіміз ғайып мерақлы оладяқ. Студиямызда есе Дмитрий Горячев, Қырым Джунхуриетінде Геджи хоккей лигасының регионал векілі ве Ахмеджит Шейр Шайба или хоккей федерациясының вице-президенті. Селям алейкум, здравствуйте, Дмитрий Валентинович. Доброе утро. Рада вас видеть у нас в гостях и поздравляем, конечно же, с Всероссийским днем хоккея. Я на самом деле хочу поздравить всех россиян с днем хоккея, ну и в том числе крымчан, которые к хоккею уже давно причастны. Ну, самое главное, что хоккей в Крыму действительно есть, он развивается. Вот расскажите нам, пожалуйста, более подробно о его судьбе. Хоккей в Крыму, насколько он популярен? Ну, хоккей в Крыму уже более 12 лет существует на самом деле, а сейчас хоккею уделяется особое внимание, потому что национальная российская игра все-таки считается зимней хоккей с шайбой. И Министерство спорта Республики Крым, и Федерация хоккея Республики Крым, городская Симферопольская федерация уделяют много времени, предоставляют много возможностей для развития хоккея. Проводим турниры, дети тренируются, ночная хоккейная лига, уже шестой сезон в этом году крымский, 10-й юбилейный по всей России, начинает, уже стартовал в Крыму. О ночной лиге поговорим подробнее, да, чуть позже. Вот со скольки лет лично вы рекомендуете деткам заниматься хоккеем? И вот сегодня молодежный, да, хоккей, скажем, ярко ли представлен у нас в республике? Детей много, на самом деле. Занимаются они теперь благодаря Илье Вербуху еще в спортивной школе «Наследие», которая расположена в Симферополе. Есть хоккейные клубы на катке в Гагаринском парке, и детей сейчас достаточно много, приток детей идет постоянно, потому что это, ну, на самом деле, коллективная, красивая, интересная игра. Престижная довольно-таки. Ну, да, олимпийских наград у нас в хоккее гораздо больше, чем в летнем альтернативном виде спорта. Тут не поспорим, да. И успешных спортсменов большое количество, которые известны всему миру. К сожалению, успешные хоккеисты не такие дорогие, как футболисты, но значимость наших звезд действительно большая, потому что для нас уровень чемпионата мира – это только первые места, а уж олимпийских игр вы сами понимаете, поэтому уровень спортсменов, которого это достигает, должен быть очень высоким. Так со скольки лет детки все-таки занимаются, в основном начинают заниматься этим видом спорта? К счастью или к сожалению, спорт сильно помолодел, и сейчас, в общем-то, детей стараются привести как можно раньше, то есть чуть ли не с пеленок. Встал, пошел, встал на коньки. Ну, неокрепшие мышечные структуры детей не всегда позволяют комфортно это воспринимать. Есть, конечно, таланты уникальные, которые могут сразу встать на коньки. Но я рекомендую начинать это не раньше 4 лет, и то после все-таки консультации сначала с врачами, а потом да, пройти собеседование с тренером, чтобы понимать, насколько ребенок развит. Потому что в большей степени все, что тренер хочет ему преподавать, иногда просто остается без внимания. Способствуют ли условия в Республике Крым для развития данного спорта? Ну, хотелось бы большего, конечно, потому что два катка, на, ну, условно три катка, потому что есть еще третий каток в Ялте. Я думаю, что если было бы больше спортивных сооружений, и хоккей был бы более качественный, потому что даже вот хотелось бы в пример привести, есть у нас в стране остров Сахалин, нечто похожее, связанное с названиями географическими. И там есть один ледовый дворец на 1200 посадочных мест и в Южно-Сахалинске. И там есть команда молодежной хоккейной лиги «Сахалинские акулы». И она играет в МХЛ. И
по большому счету, в Крыму нам ничего не мешает то же самое сделать, но пока, к сожалению, не хватает такого масштабного какого-то спортивного ледового сооружения, которое позволяло бы пригласить сюда профессиональные хотя бы молодежные команды и участвовать как команда из Крыма в молодежном первенстве России. Поэтому я думаю, что у вас перспективы в этом есть. И благодаря и Министерству спорта Республики Крым, и Министерству спорта Российской Федерации, федеральная программа «Спорт. Норма жизни» нам позволит все-таки в Республике Крым, в частности, может быть, в Симферополе, иметь полноценный ледовый дворец в ближайшем будущем, чтобы позволит развивать хоккей. Ну, очень надеемся. Угу. Ночная хоккейная лига, да, как написано на сайте, самый масштабный проект в любительском спорте в 2011 году создан по инициативе президента Российской Федерации. Расскажите нам о жизни ночной хоккейной лиги в Крыму у нас. Ну, соответствие названию, ночная хоккейная лига у нас в основном всегда проходит в вечернее время, и тренировочный процесс, и игровой процесс. А Республика Крым представлена в этом юбилейном 10-м сезоне двумя дивизионами. Это любитель 40+, там у нас 6 команд, 2 из Севастополя, 4 из Крыма. И в ближайшие выходные стартует дивизион Лига Надежды, где принимают участие игроки старше 18 лет. Там будет 4 команды, одна из Севастополя, 3 из Крыма, в частности, одна команда из Ялты. Все-таки наличие льда в южном городе всегда приведет к созданию хоккейной команды. Это замечательно. Это неизбежно. И ночная лига в этом 10-м юбилейном сезоне, я думаю, что невзирая ни на какие ограничения, обстановку, все-таки доведет сезон. В марте 2021 года у нас заканчивается сезон, и надеюсь, что наши команды завоюют путевку на финал и поедут по традиции в мае на финал в город Сочи, где, в общем-то, выступают все лучшие любительские команды со всей России. Но я бы даже подчеркнул, что проект ночной хоккейной лиги, как любительский, я думаю, что он самый крупный во всем мире, потому что такого количества команд и такого количества любителей игроков, которые играют одномоментно в сезоне, ни в одной стране мира нет такой. И это действительно благодаря поддержке действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Эта лига развивается. И думаю, что все-таки есть еще впереди рубежи, которые ночная лига завоюет обязательно. Ну, насколько нам известно, президент сам неоднократно принимает участие в рамках этой лиги. Ну, я будучи на галоматче 8-го сезона, даже имел честь против него играть в обороне. Но против его звена Фетисов, Буре, Путин тяжело устоять. Ух ты, а имена знатные, да. А как стать участником лиги сегодня, да? Есть ли такая возможность? То есть это открытая лига, которая, в принципе, принимает всех, кто хочет заниматься этим видом спорта? Абсолютно, для всех. Те, которые умеют играть в хоккей, знают основные правила хоккея. В межсезонье все команды, в общем-то, организовывают так называемый драфт, который собираются игроки-любители. Сейчас, когда стартовал сезон, в принципе, некоторые команды уже не добирают игроков, потому что уже надо играть, а не тренироваться, достигать результатов. А так, в общем-то, любой игрок может прийти. Все контакты есть на сайте ночной хоккейной лиги в Республике Крым. И информация абсолютно открыта. Приходите, играйте в хоккей. Дмитрий Валентинович, хоккей, что он значит в вашей жизни? На каком месте он стоит? Не, ну лично в моей жизни он, я бы сказал, вне очереди. Не в первую очередь, не во вторую, а вне очереди. Потому что все, что в моей жизни связано с хоккеем, это моя работа, это не бизнес, это как бы, ну, все равно все, что связано с получением прибыли, это тоже хоккей. У меня сын занимается хоккеем, я играю в хоккей. И вот все, что там вот вокруг можно в ближайшее касание сделать, все это связано с хоккеем. Поэтому в основное время провожу на катке, рядом с катком у нас магазин экипировки, который тоже провожу время. То есть поэтому или напротив катка, или напротив работы. И я провожу время. Или напротив телевизора, просматривая хороший хоккейный. Ну да, ну, и благодаря тому, что у нас сейчас ведется видеотрансляция, и на сайте ночной хоккейной лиги у нас постоянные трансляции
Это стало удобно, доступно. Всех зрителей приглашаем, кто все-таки хочет видеть хоккей, смотрите его. Там анонсы все на сайте, и в том числе и архивы записи наших матчей. Угу. Замечательно. Вы сегодня принесли такой прототип клюшечки, да? Нам расскажите, нет, это, пожалуйста. Это не прототип клюшечки, это сувенирная клюшечка. Это вам в подарок в честь Дня хоккея. Спасибо большое. Да, и вкратце, День хоккея – это с легкой руки нашего прославленного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка. Это он придумал, что первый зимний день должен отождествляться с Днем хоккея. Символично. У нас есть, правда, есть еще один зимний праздник – это 7 февраля, день открытия Олимпиады в Сочи. Мы его тоже празднуем, но День хоккея – это вот специальный наш праздник. Поэтому вам в подарок. Это сувенирная клюшка, наша, российская. Производится в Республике Татарстан, Набережных Челнах. Это фирма «Заряд», которую придумал и основал российский наш знаменитый хоккеист Данис Зарипов, который сейчас играет в Акбарсе. Это вам, пожалуйста. Замечательно. Спасибо большое за такой подарок, да, украсит нашу студию. Безусловно. Что бы вы хотели сегодня пожелать всем своим коллегам по льду, да, вот если сказать так? Ну, во-первых, быстрого льда, если коллегам, потому что качество льда иногда сильно отражается на стиле игры. А вообще всем хотел пожелать здоровья и спортивного долголетия, потому что хоккей имеет возможность не только профессиональный уровень, но и любительский, которым мы являемся. И нашим детям достигать хороших результатов как и в играх, так и, в общем-то, и в жизни, потому что хоккей, на самом деле, это коллективная игра, это умная игра, ну и очень быстрая игра. В свою очередь, вот прочитав здесь очень замечательный слоган «Российское оружие побед», я желаю, чтобы все хоккеисты достойно держали свое оружие и как можно чаще это оружие приносило им победу. Спасибо огромное. И вот клюшка бывает правого хвата, который вы сейчас держите, а это и бывает левого хвата. Поэтому у хоккеистов всегда есть два вида оружия. В два раза может быть больше побед. Замечательно. Желаем много побед. Вам хорошего дня. Спасибо, что посетили нашу студию. Спасибо. Девам и тема зурметля дослар, эльбетте Крымда, Кышта, тек Максус, оле Тайлахларда, ой намага мүмкін дыр. Ама умыты темызке, Крым толысынен бу Тайлахларына казаныпты, керчіктенде енді Русияның башқа Тайлахларына ел алажақ, веянда ғалбелеріні казанажақ. Сәтсекіз ватанымызда олды, сабайыны девам ете, бұзылы олыныз.